Добрый день. Сегодня мы будем готовить мидии. Я купила мороженые мидии. Я посмотрела в интернете, как готовят мидии, что можно сразу мороженое бросить. Но у меня не было времени, поэтому я их разморозила. И у меня появился интерес посмотреть, а что там внутри. И вот когда я начала их раскрывать, я увидела, видите, вот такое черненькое, твердое тело у них и два усика. Вот я каждую раскрываю, и здесь такое черное твердое тело. Не знаю, что это такое, но оно мне не симпатичное. И я его выбрасываю вот с такими усиками. Поэтому хочу у вас показать это видео и хочу у вас спросить, чтобы вы дали мне свое мнение, а что это такое? Вот. Конечно, мидия теряет немножко свою форму, но, честно говоря, я не хочу, чтобы это было в мидии оставалось, когда я езжаю. Поэтому я решила все это выбросить. Итак, мы почистили. Возможно, их потом выбрасывать, когда кушать, но мне кажется, что лучше их выбросить сейчас и готовить, потом уже кушать, не задумываться, выбросить или нет. Сейчас мы будем готовить их обыкновенным способом. На разогретой сковороде с растительным маслом я порежу меленько чеснок, заброшу туда мидии и буду жарить минутки 2-3, так как они почти готовые. Потом добавим зелень, сок лимона, и наши мидии будут готовы. Говори. Мидии мы пожарили. Я добавила зелень петрушки. Сейчас выдавлю лимончик. И мидии наши готовы. Цель моего ролика в основном это у вас узнать ваше мнение по поводу вот этих черненьких штучек с усиками. Правильно ли я делаю? Я думаю, что я правильно делаю, что выбрасываю их до готовки мидий, а не после готовки, чтобы потом перебирать или их можно кушать. Я бы хотела узнать ваше мнение. Пожалуйста, напишите свое мнение, смотрите мои ролики, заходите на мой канал. Я буду рада видеть вас на своем канале.